Профессиональный педагог знает, каждому ребенку требуется индивидуальный подход. С годами учитель вырабатывает свой уникальный метод работы с детьми, который вполне может пригодиться коллегам из других муниципалитетов. Именно поэтому форумам по обмену опытом уделяют Московской области особое внимание. Рады вас принять и показать, и обменяться опытом, то, что есть у нас, услышать то, что есть у вас, и порадоваться вместе. Если говорить о том, что мы с вами делаем, это колоссальный труд, колоссальная работа. И сегодня я хочу вам пожелать, чтобы действительно этот день имел огромное значение. Я хочу, чтобы вы сегодня обменялись опытом и, конечно, пополнили копилку методических знаний. Среди организаторов форума Академия социального управления и Ассоциация педагогов Московской области. Эти организации уже не в первый раз работают с Одинцовским 6-м лицеем. На протяжении последних 11 лет лицей реализует свою инновационную деятельность через экспериментальные площадки, которые обеспечивают осознание и получение нового образовательного результата. В рамках форума прошли 10 открытых уроков по предметам математического направления. Занятия несли активный характер и стимулировали ребят не только опираться на теоретические знания, но и использовать их в практических заданиях. Итак, практическая подготовка к главному вопросу. В течение 5 минут нужно решить 8 задач. Возьмите, пожалуйста, бежевую карточку. Каждой группе предлагается 8 задач. Нужно заполнить табличку и получить ключ. Форум посетили и заслуженные ветераны педагогического труда. Они поделились личным опытом и оценили перспективы встреч в подобном формате. Это будет иметь продолжение. Кто-то что-то дополнит и так далее. Но я уверена, что те учителя, которые вот присутствовали на этом уроке, они у себя обязательно что-то подобное будут продумывать. В рамках форума работали выставки общественных молодежных организаций. Вчерашние школьники демонстрировали готовые бизнес-идеи, многие из которых родились благодаря посильному участию их бывших учителей.